Стихотворение «Я встретил вас и все былое» Федора Тютчева. Полный текст стихотворения вы сможете найти в первом комментарии к этому видео. «Встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Как поздней осени порою, бывают дни, бывает час, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас. Так весь обвеян дуновеньем тех лет душевной полноты, с давно забытым упоением смотрю на милые черты, как после вековой разлуки гляжу на вас, как бы во сне. И вот слышнее стали звуки, не умолкавшие во мне. Тут не одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь. И тоже в вас очарование, и та же в душе моей любовь». Краткий анализ стихотворения «Я встретил вас и все былое» Федора Тютчева. Стихотворение было написано в 1870 году, когда Тютчеву уже исполнилось 67 лет. Тема – чувства, забытые поэтом, но вновь вспыхнувшие при встрече после долгой разлуки. Композиция линейная. Автор сообщает читателю о своей внезапной встрече с когда-то любимой им женщиной, сравнивает ее с кратковременным ощущением весны поздней осенью, описывает свои чувства, приходя в конце концов к осознанию, что все это истинная любовь. По поводу жанра точки зрения исследователей расходятся. Некоторые склонны относить это стихотворение к оде, другие – к элегии. Стихотворение написано ямбом, используется точная мужская и женская рифмы, причем последние чередуются, способ рифмовки перекрестный. Что касается литературных приемов, то в стихотворении встречаются такие приемы, как эпитеты, в отжившем сердце, время золотое, душевной полноты, гипербола, как после вековой разлуки, олицетворение, все былое ожило, жизнь заговорила вновь, метафоры, весь обвеян дуновением, сердцу стало так тепло, аллитерация, повторение звуков з, с, д, т, б, п, ассонанс, повторение гласных звуков о, а, е, анафора, тут не одно, тут жизнь, и тоже в нас, и та же в душе, и градация. Бывают дни, бывает час. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал.